Кух Юманс, добро пожаловать в GTA 3, великого автоугонщика 3. Это очередная серия прохождения сюжетной кампании. Но, впрочем, проходить-то здесь больше особо и нечего. У нас остался, как я их люблю называть, один работодатель. Это Дональд Лав. Буква D. Я сразу так и не сообразил, пока миссии с Рэем выполнял, что это за персонаж такой. Помните миссию от того же Рэя, когда мы компромат из тачки выбивали? Там какая-то типа порно-вечеринка или что было на... возле... Господи, почему такая мерзкая погода, а? Вечеринка в морге или что-то в этом роде. Ну, соответственно, сразу же после этой миссии маркер D появился на радаре. Знакомьтесь, Дональд Лав. Ну, сейчас мы доедем до места. И, собственно, с ними познакомимся. Персонаж достаточно неоднозначный. С какого бока мы с ним начинаем работать, не совсем ясно, но мы на сюжет. Как бы так, мы просто бегаем по маркерам, а сюжет толкают более влиятельные персонажи. Ну, собственно, мы приехали на место базирования. Прикиньте, мы полицию затормозили. А ты арестуй меня за это. Стой, стой, мучайся, гад. Миссия называется «Спаситель». Вот он, знакомьтесь, Дональд Лав. Во-первых, я хочу поблагодарить тебя за услугу. Люди всегда пытаются истолковать все по-своему. Однако жизненный опыт подсказывает мне, что преданность такого человека, как вы, можно купить, в отличие от лояльности банды. У меня есть один очень ценный знакомый. Старый азиат. Его держат в заложнике какие-то южноамериканцы в эспатрии. Назначенную ранее сумму выкупа пытаются увеличить. Но я не привык менять условия сделки. Сделка есть сделка. Или я не заплачу сверху ни единого гроша. Вы должны спасти моего друга любой ценой. Хм, нормально его продажной шлюхой просто назвал. А тут головой стоит, кивает гривы. Чтобы попасть в логово колумбийцев, тебе понадобится одна из тачек. Возможно, ты ее найдешь в форте Стаунтона. Боже, мне еще какую-то спецмашину найти. Окей. Ну так, образ этого Дональда Лава списан с знакомым вам очень персонажем, таким как Дональд Трамп. Ну, предположительно, я просто так почитал. То есть Дональд Трамп лег в основу создания... Господи, шоу тут столпились-то. Три таксиста. Три таксиста под окном. Спорят. Перед сном. Ладно. Так, Форт Стаунтон. А где этот Форт Стаунтон, да? В каком направлении мы еще ехали? Тачка колумбийцев. Аспатрия. Но это не Вуду, точно, да? И, короче, ну как, биография этого персона такая. Достаточно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Такая себе. Типа он какой-то бизнесмен. Промышляет недвижимостью вроде как. Но при этом... Есть Деза... Деза, не Деза, не знаю, что он каннибал. Как-то в одной из частей или где-то он, что он пожирал человечину. И чуть ли не как бы увлекается некрофилией, что-то в этом роде. Все эти порно-вечеринки, всяких местах экзотических, морги там, на кладбище, тому подобное. Мерзкая личность, что там говорит. Строит из себя культурного человека. Ну, знаете, такой культурный убийца, чужими руками, конечно. Так, ну и где этот Форт Стаунтон? Почему я должен искать какую-то машину? Постоянно. Почему нельзя мне просто ее организовать? Бетфорд Пойнт. Если бы еще знать, как она выглядит. Вообще замечательно. Пока я нечто подобного ничего не вижу.
Вообще, где эти долбанные колумбийцы? Они же постоянно по мне стреляют. Мне же колумбийцы нужны. Правильно? Стопотворение продолжается. Торрингтон. Колумбасы, вы где? Чуть человека не задавил. Я не знаю, где это. Даже близко понятия, представления не имею. Просто ездить искать какую-то машину с четырьмя колесами. Юпа. Ну где вы все, бандосы-то? Вы же меня любите. Вы же меня очень сильно любите. Во! Во-во-во-во-во-во, вот оно самое. Кажется, я понял, какая машина. Только в этот раз она перевернулась и сейчас рванет. Так, мне еще надо. Ну, прогенерируй еще одну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Гринго? Сейчас ты узнаешь, кто из меня гринго. На фарш пойдешь. На фаршик. Пельмешки из тебя сделаем. Вот он, сучонок. Вали отсюда, чтобы тебя больше тут не видел. Так, мне надо развернуться, я понял. Братан, дверь закрой, продуй. Коронавирус, все такое. Удивительно, что они по мне будут стрелять, это факт. Старого азиата. Как приехать к этому старому азиату? И вообще, зачем он тебе нужен? Так, он сейчас зарывет так. Ох, ни хрена себе. Так, беги, 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 беги. Так, мне надо достать что-то посерьезнее. Так. Так. Где еще? Я там азиата случаем не завалил? Что там было написано в сообщении? Старый азиат должен быть в одном из гаражей. Я так и знал, что здесь будет какой-то сюрприз. Одна пуля ему хана. Так, это не гараж? Блин, мне тоже опасно так высовываться. Вот он, красавчик. А что, это не откроется, да? Здорово, дедуля! Отвези старого азиата к Дональду Лау. Нормально ты тут так стоишь. Поедем на их же тачке. Все нормально? Валерьяночки не надо? Или ты вообще бесстрашный дед, повидавший все на свете? Так. Открываем воротики. Билетик у меня есть, карточка, все как надо. Так, ну и поехали, собственно, к нашему Трампу. То есть к Дональду Лаву, извините. Это сюрпризик в гараже, да? Вместо старика там упоротый колумбиец. Бандюган из местной вселенной. Нет, так у них тачки неплохие, но когда их начинает кидать на повороте, это очень сильно мешает. Эй, а чё так далеко-то, а? Так. Назад, назад. Слушайте, а это не тот дед, который сбегал в самом начале, и потом колумбийцы его в заложники взяли? Как вы думаете, кто-то в пустоту куда-то ушел?
Опять там этот таксист где-то стоит. Его голос ни с чем не перепутаешь. Ну чё, на сейф? Да мне надо еще и здоровиться с бронькой прикупить. Это что-то как-то... Пострадали мы, пострадали. Прикольно, она пердит. Так, ну лучше я бы взял... Ладно, оставим эту машину пока. Может, кстати, слушайте, картель не будет мне докапаться, когда увидит. О, смотри, это наш чувак, мы не будем в него стрелять. Для чего бы доехать? Вот это, блин, просто трюки. Вот это акробатика, вот это я понимаю. Гадость, конечно. Кстати, вот эта М-ка, она намного мощнее, чем калаш. Она просто за считанные там выстрелы машину ушатывает, как миниган, реально. Так, давайте перезапишемся. Я-то думаю, что с калашем у них паритет примерно. Нифига подобного. Калаш намного слабее. Поэтому смысл как бы калаш покупать даже я сейчас вообще не вижу. Так, теперь... понять, где у нас магазин. Да, и начинается опять это безумие тупорылое. Так, нет, это куда-то не туда приехал, да? Или туда? Так, стоп. Так тут взорвут, гады. Отвали. Я помню, магазин был по направлению к Асуке. Где-то здесь. О, нашел. Амунатион. Амунейшн. Его на плей. Let's play. Ладно, калашку возьмем немножко. Все. Броня полная, этого достаточно. Да-да-да-да-да-да-да. Не бурди, бабуля. Не бузи, бабуля. Полиция. Полицию задевать не хочется. Все, поехали к нашему мерзкому типу. Типусу. Тупа-тупа-тупа-тупа-тупа-тупа-тупа-та. Смотрите, какой автобус красивый. Стопе-стопе. Тут неожиданно сейчас выскочил. Че я вообще за этот транспорт вписался, я не пойму. Зачем со мной? Ну че, наш спортсмен там накачался? Чем он теперь будет заниматься? Трапезничать, как настоящий бизнесмен? Конец. Вака Гасира. О, в костюмчике. Здесь что так не сбивает цены на недвижимость, как старая добрая гангстерская война? Разве что вспышки чумы. Она может доставить куда больше проблем. Я слышал о натянутых отношениях между якудзой и колумбийцами. Нам стоит нагреть руки на их дурацкой вражде. Я хочу, чтобы вы прикончили Вакагасира Якудзы Кенджи Касира. Сейчас у Кенджи деловая встреча на крыше многоэтажного города в Ньюпорте. Достаньте машину картеля и разделайтесь с ним. Якудза решит, что это убийство дело рук картеля, и объявит войну. Кому? Картелю? Слушайте, друзья, мне не нравится вот эта вот хрень. Отправляюсь в Форт Стаунтон достать машину. Чего мне доставать? Вон она есть. Вы не подумайте, что я заранее знал, что мне нужна машина колумбийцев. Так уж просто вышло. Теперь заезжаем на многоэтажный гараж. Но если честно, при всем там моей нелюбви Кенджи, Якудзу там, но убивать своих же бывших партнеров, хотя таковым они меня, конечно, не считают. Я по рангу-то там вообще для них тузик там, собачка, марионетка. Мальчик на побегушках и тому подобное. Но вот так вот сюжет выстроен, что ты просто вот более-менее людей, персонажей, которых ты запоминаешь, их
надо вечно убивать. Что с Сальваторе, к которому, ну, привыкаешь какую-то, какую-то часть игры ты на итальянцев, когда работаешь. Интересно, что здесь может быть опасного? А где он? На крыше? Мне прямо на крышу саму, да, придется заезжать? Так, разворачиваемся. Так, давай режим тишины. В принципе, там же можно заехать с другого конца. Чё я херней страдаю? Тихо. Не, Кенджи не хочется прям. О-оу. Чё это значит? А, ну тут охрана, понятно. Мне снайперка может помочь сильно. Или его... Или его не видно отсюда? Где он? Не понял. А куда они делись? Или это где они? Я что-то не догнал, или это не то место? Я миссию провалил, что ли? Якузу узнали. Тьфу, блин. Серьезно? А, то бишь, мне надо... Я даже сообщение не увидел, что миссия провалена. Вот я... Человек внимательность, блин. Так, теперь эту надо машину сберечь. Только слишком много мы под картель прикрываемся. Ну это вообще капец, конечно. А чё, как отсюда выехать? Никогда. Стоп. Где выезд-то? А, вон, все, увидел. Да, камон. Блин, вообще провал провальный. Значит, из машины, короче, вывозить нельзя, я понял. Так, тихо. Интересно было бы посмотреть на спидометре, сколько мы сейчас едем. Только людей, пожалуйста, не генерируй. Да, ну на раздолбанной тачке, если я приеду, меня же мгновенно взорвут. Вот в чем минус сейчас все этого маневра. Так, убери гранаты. Бери гранаты. Вака Гасира. Почему Вака Гасира? Это у них какая-то... Типа... Ранг, что ли? Ну, тяжко она, конечно, идет. Вака Гасира. Так, нет, лучше здесь повернем. Да, все подумают, что это колумбийцы. И за рулем же никого не видно было. Вылезти из машины нельзя, это вообще. Так, надо быть... Короче, мне надо как-то успеть его задавить, да? Не, ну как вот сфейлил миссию, даже не увидел. Все, задолбался, белявый. Все, твой век окончен. А где он стоит-то? С какого конца лучше заехать? Все. Кенджи похож на бифштекс. Так, теперь надо смыться. Тихо.
Ой-ой. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой, что там творится? Так, и мы 3 звезды полиции получили, да? Замечательно. Так, как теперь отсюда выехать? Нам надо на покраску. Но проблема в том, что я не помню, где здесь покраска. Черт подери. Что мне теперь надо сделать? Кенджи, сваливай из Ньюпорта и уничтожь машину. Это прекрасно. Хорошо. Теперь уничтожь машину. Это я сделал с превеликим удовольствием. Так я же машину не уничтожил. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Так, с этим разобрались. Не, ну жалко Кенджи чисто по-человечески, вот когда. Так, давай отсюда. Поехали. Оу, 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 оу. Что вообще об этом подумает Асука? Типа без палева, что мы в этом вообще никак не виновны и не причастны? Дурак, куда ты развернуться решил? I'm a sex offender. Ладно. А сука, мы трогать-то не будем. Груз в океане. О, уже со старым дедом там практиками медитации занимается. Некоторые ценные товары очень сложно импортировать из-за хаджинства властей. Сегодня ночью один маленький самолетик нападает в аэродром и откроет свой трюм. Он сбросит в воду несколько ценных упаковок. Постарайся опередить полицию и забрать груз первым. Возьми катер. Мне еще сначала мост надо найти. Заезд на мост. Это же моя машина, да? Мать, это не оно. Ну где он? Почему я вечно его теряю, а? Это издевательство. Я опять не успел. Вали нафиг. Ну черт, ну... Нет, это не тот мост. Это надо заново начинать. Да что ж такое, а? Ай... Давай. Йо, чертова коробка. Я тоже тебя посигналить могу. Где этот долбанный заезд на мост? Ой. Ну я, наверное, глупо бомбить на машины окружающие.
Но ведут они себя, короче, максимально странно. Ля-ля-ля. Потерпите немножечко, мне просто нужно взять задание. И я уеду. Возьми катер. Да я лучше летающую, ой, плавающую машину бы мне кто-нибудь дал. Реально, больше бы толку было. Но поприветствуйте друг друга. Это оно? Нет, конечно, сука. Аж бесит, блин. Еще я не могу запомнить это. А, вон, налево надо было. Боже. И там все орут. Так, спокойно, спокойно. Self-made man. Блин, я почти приехал и даже вовремя, да? Я успеваю, по идее. Это какой-нибудь козел, конечно, потому что это встречка. Тридцать секунд, и мы в игре. Еще бы этой полиции здесь долбанной не было, вообще бы замечательно. Садись. Где это? Давай. И вообще сейчас идеально приехал. Ну. Лично. Так. Посылочки, посылочки, блин. Каждая упаковочка нам по звездочке прибавляет. Прекрасно. Так, давай шестую. Все, собрали. Да что ты делаешь, блин? Беги давай, осел. Пошел нахрен. Мне надо как-то сесть в машину и уцелеть. Ни за что. Я слишком долго мучился. Да... Где этот выезд долбанный? Теперь на этого Дональда Дака надо добраться, блин. Давай. Иди отдыхай, сука. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты, пожалуйста, трафика только не генерируй, а. Ну, самая хреновая тачка. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Синка-синка-синка. Давай. Быстрее. Беги, беги, Клауд, беги. 10 тысяч за такой риск. 10 тысяч! Мать его за ногу! Я за такое бы дал нормальное количество бачей. Хотя они мне особо тоже не нужны. Все, я поехал на сейв. Ой, Рэй опять появился. Engineers have finally managed to repair the damaged mechanism on the Staunton lift bridge, and it is now. Погода испортилась. От такого задания все испортится, и настроение, и желание, погода. В туалет мы пока не хотим.
Так что поедем к себе домой. Нет, в этом прохождении мы работаем чисто на Дональда. К Рэю мы еще успеем заглянуть. Этот Рэй скажет устранить Дональда. Ну нет, по-моему, он один из таких персонажей, который достаточно из части в часть мелькает туда-сюда. Так, ну что? Ну сядь в машину. Он как заходит в этот гараж, у него какой-то тупняк начинается. Хороший маневр был, кстати. Говорит, опять бегаем по туалетам, да? Явки, пароли. Не, кстати, платит он, да и реально мало. За такую работу, достаточно рискованную. Великий Аэровор. Чего? Спасибо, что привезли мне этот груз, но он всего лишь приманка. Простите, но ради крупного дела приходится на это идти. По-настоящему важный груз до сих пор в самолете. И, к счастью, власти аэропорта все же решили задержать и обыскать, так что мне пришлось заплатить им за издержки. Поезжайте в международный аэропорт через Моршорсайд Вейл. Власти уже получили вознаграждение. Моя посылка ожидает вас в фюзеляже самолета, который стоит в ангаре на таможне. Господи, я уж испугался, летать-то нам не придется, как в Сан-Андреас. Тут дурацкая летная школа. ТП. Просто тупо забрать посылку, серьезно? Ну куда, куда тебя? О, можно ХП, кстати, взять. Не помешает. Так, опять какой-то нужен мост, опять куда-то надо путешествовать. Слушайте, а здесь мы не переместимся? Мне кажется, что нет. Опа. Здесь же какое-то кольцо, да? Боже, что вы тут устроили, а? Причем я в этом вообще не знал. Нет, опять я... Да ё-моё, а? Ау! Здесь, по идее, заезд на мост должен быть. О, боже, божечки мои. Нет, ни хрена я не угадал. Watch it! Боже, божечки мои. Так, здесь главное не свалиться, да? О, кругаля дает. А его что, починили, что ли? Он же сломанный вроде. Что? Ха-ха-ха! Приз идеальный безумный труп 515. Сейчас я вообще не ожидал, что так происходит. Охренеть! Вот бы сейчас было прикольно сфейлить. Кто тут у нас в качестве засады-то ждет?
Я не верю, что просто так надо забрать. Полиция, конечно, кто же еще? Опа. Кто-то тут уже разговаривает. Ого, картель уже здесь. Суки, так и знал. Кто же еще это мог бы? Там ты, гринго. Карахо. Посылка должна быть. Так, тут еще кто-то есть? Так, а это они кого, ФБРовцы положили, что ли? Да ладно. И чё? Посылки нет. Высади колумбийцев и забери... Да суки! В смысле выследи? Палантик Констракшн? И чё? На острове Стаунтон есть одна стройка. Возможно, груз повезли... О, мне это начинает нравиться, игра в детективов. Следствие ведут колобки, блин. Все, это вообще в другом конце города, по-любому. Потом мы там найдем еще какой-нибудь ориентир, поедем искать дальше. My friend Joey. Joey! И где это говно находится? Ай, опять что ли? Не, серьезно, где оно? Не опять через этот ехать? А, ну, кстати, да, здесь тоже есть какой-то... Или я зря туда еду? Куда он сказал? На острове Стаунтон. Блин, я ни хрена не вижу. Камера вообще расположена очень удачно. Ну куда ты? И чё, куда? Эй-эй-гей! Я чё, вам посыльный, что ли, за посылками беги? Остров Стаунтон. Ну, слава богу. Что хоть я правильно поехал. Нифига тут подземка, я и не знал. Смотри, тут лимузин. Куда ехать-то? Где мы выехали-то? Портленд. Мы же были на острове Стаунтон. Да. Мне кажется, мы не туда поехали просто. Надо сюда, наверное. Господи, еще лабиринты, да? А выехать можно, пожалуйста? Мне надо найти груз, бабуля. Не мешайте мне. Офигеть. Это какая-то стройка, да?
Сейчас по мне стрелять, конечно же, буду. Так. Сука. Твари. Не орите. Еще желающие есть? Да, можете мочить друг друга, но без меня. Так. Так, и что здесь? Ну, конечно, тут куча колумбийцев. Что же здесь еще может быть? И как сюда войти? О-о-о. Так. Где мой груз, твари? Порке, порке. Будет тебе в портке. Нифига, здесь их, походу, немало. Встал там из-за стенки, стреляй. Хедшот, детка. По мне попали. Еще есть? Спать. Стоит, базарит там. Смотри, что заныкался, козел. Он спрятался. Ой, кажется, кто-то руку потерял. И голову. Они все с калашами, короче. И чё, где? Боже. Это никогда не закончится. Самое длинное путешествие из всех. Смотри, куда это мы на невидимом этом? Это кран. Охренеть. Эй, уберите это отсюда. Черт его знает, что это такое. Но раз ему захотелось это заполучить, наверняка штука ценная. О, какая встреча. Успокойся, амиго. Да надо, да надо. Я тебя пореже оставлю истекать кровью в канаве. Да стреляй, амиго, без базара, мы все друзья. Вот, забирай. Не будь таким засранцем. У нас нет выбора, крошка. Выбор есть всегда, чертов ублюдок. Прости, а все это бешеная сучка, это все она, por favor. Итак, сучки больше нет. Но ты оказал мне услугу. Ты не единственный, кого я счёты с картелем. Эти мерзавцы убили моего брата. Я никогда не убил твоего брата. Жец, мы все видели наемника картеля. Мы высадим и убьем всех вас, колумбийские собаки. Я чуток поиграю с твоим другом для удовольствия, а заодно попробую получить из него информацию. Увидимся позже. Уверена, мне понадобятся твои услуги. Пожалуйста, амиго, не оставляй меня с ней. Она ненормальная, друг. Эй, друг. Эй, друг. Вот это встречка. Господи, отсюда выбраться как-то надо, да? С кем они там стреляются? Что мне теперь надо сделать? Да капец тут. Такое пересечение интересов. А, ну, на самом деле, чтобы она не взорвалась вместе со мной. Фу, блин. Как отсюда выехать-то? Фу. Ай-яй-яй-яй. Нам надо выжить любой ценой. Но эти утырки, конечно, успокоятся. Блинная миссия получилась. Надеюсь, наш Дональд Дак на этом успокоится. Итак, Каталина осталась одна. Сейчас, что им мешало завалить их обоих в воду сейчас? Ну, в принципе, возникают вопросы определенные. Ну, конечно, он все свалил на нее, это она такая плохая, коварная женщина подговорила меня на предательство. Ай да Каталина, ай да какая, сколько интриг устроила.
Давайте уже отдадим ему этот груз. Что прям такой ценный пипец. Все, 50 тысяч зеленку и нет. И на этом еще ничего не заканчивается. Наоборот, только-только разворачивается. Ладно, друзья, я поеду на сейв, а с вами буду прощаться. Выпуск и так подзатянулся. На сегодня все. До встречи в новых видео. Всем удачи, пока.